Космополит, ты уже кайтил этих пидоров? Ну, я в десятке кайтил. Ты знаешь, что делать надо? Надо сделать так, чтобы зомбаки ударили тебя как можно меньшее количество раз. От них бегать, и чтобы они бегали за тобой. Ты бегаешь вокруг тотема. Вот. Если ты видишь, все совсем хуево, отдаешь крик на хп и отхил. Владимир, частицу держи на этом космополите. У него хп мало, и хил хорошенько. Так, у кого там из локов СС есть? Короче, док есть СС? Даш. У кого есть, блядь? Осьминожка. Тут? Прием, осьминожка. На этого дай, на космополита. Также, ой, так, звездочки, космополит, мораль в кружочке, кружочки, хант. Не, давай этот, слышишь, дед, мораль там охуенно все водит. Дед, ты тогда в этом, в кружочке будь, тотем ему ставь, слышишь, дед? Прием. А в звездочке ханты будет. Уже попроще ему водить будет. Хант тоже услышал. В звездочку теперь будешь ставить. Чтоб Мишка, блять, попроще бегать ему будет. Так, я тут. Мораль, теперь с тобой Элем будет. Вокруг тотема бегать будешь. Пахнущий дед тебе тотем будет ставить. Если не поставят, там кричи ему тотем. Там прожинки отдавай. Владимир, их хилишь, все остальные хилы на тех танках. Не проебите танков, хильте на фул хп. Когда босс вырастает, особое внимание Телдрина и Селероу. Селероу, Телдрина, ну, боссе. Присно баф. Стаки скинулись, сразу меняетесь. Не ждете ни 5, ни 4 стака, блять. Телдрин, Селероу. Кулаки там, всю хуйню, давайте быстрее. Подсчёт пуля. Сетей захиливаете, чтоб фул хп у него было. Видите, как под берсой он бьет. Ну пиздец, блять. Ну ебаный рот, нахуй. Я просто, ну, я охуеваю, блять. Кого он, пиздец, я просто хуй знает, кого он хилит так, что танк падает. У кого есть БР сейчас? Отведи его к стене, Селероу. Телдрин, забирай. Селероу, ресай, Малага. Блять, вас там четверо, нахуй. Четверо, блять. Эрдру, ДЦ, Хэпал и Эршам. Волна исцеления. Я, ну, блять, вы чё, пиздец. Ближе ты там стал. Чё ты ставишь, блин, непонятно где.
повернулись, бьем. Мобы идут, блядь. Слоу хп добили. Фуловых танков забираем. О, пойдет. Берса танка оверхилим, блядь. На фул хп, нахуй, кастуем без к... блядь. Что я вам объясняю? Ну, может быть, друид заберет босса, нет? На Телдере не висит тарана, блядь. И он друид. Не хилится вообще. Друид, блядь, алло, нахуй, забери босса ебаного. Сука. 100%, блядь, всё. Если дури говорить. Селероу, ты в диссе, нахуй? Я хуй знает, какими словами тебя, блядь, напутствовать, нахуй. Давайте захуяриваем мужиков, все захуяриваем. Понятно, нахуй, танк тупой, блядь. Сказал же, блядь, стаки сбросили и собираешь, нахуй. Еще раз прошу, Селероу, ты в диссе? Какого хуя ты не забираешь у Телдрина 10 стаков? Ты что, хуйней занимаешься? Как это ты можешь объяснить? Не спульте босса ебаного, мобов патрулирующих. Блять, ты мне скажи что-нибудь, этот Селероу, блять, я не знаю. Потому что я не в курсе. Блядь. Не в курсе чего. Ты не слышал, что я в DC сказал? Или не в курсе чего ты, блядь? Политической ситуации в стране, блядь. Слава, тихо, тихо, а то выйдут за тобой. Почему ты не в курсе-то, блядь? Стаки на тебе скинулись, где ебучий премиум есть у тебя, вот это, випха, премиум и знак орды. Там стаки. Скинулись, они исчезли, забираешь, нахуй. Чё ты еще не в курсе? На будущее тебе. На этом боссе. Так, с моралью, кто из танков, кто в курсе? Сразу мне скажите, Космополит, блядь, или Пук, или кто-то, нахуй, кто-то не тупой. Я хуй знаю, сейчас там напишите кто-то, блядь, кто будет. А то Телдрин будет танчить. Сука. Я понимаю, блядь, это сейчас мы будем два топовых ДДшника спекать, а вот эти коты, которые не в курсе, нахуй. Нахуя вы спек тогда делать, если вы не в курсе? Пиздец. Покупайте микрофон, нахуй. В Дискорде спросите, ребята, я не знаю, нахуй. Нахуй вы так играете? Не слышно тебя нихуя, поправь микрофон, сделай погромче. Плечо Навара. Нихуя не понял, что так же, как и в ДД меняться. Нихуя не понял, почему это. Так. Ну хант я хуй знаю. И штаны ебаните шкаф там, суманите, блять, чтобы я не бежал. Кафу прайс на успех. Чё говоришь?
по фулл прайсу за на офспек. Первая, вторая пати. Вот сюда направо, где квадрат. Здесь танчит. Кто там в танке? Два танка. Кто остались? Морали, второй кто? О, метки уже есть. Кто второй танк? Давай, спекайся. Ты танчишь здесь с миликами, Телтрин. Мораль налево, туда все РДД идут. Так, теперь по ДПСу. Док, еще иди сюда, где квадрат. Направо иди. Все остальные, третья, четвертая пати налево. Хилы, Ладомир и Хао налево. Остальные три хила направо. Так, Селероу. Ага. Даю проверку. Метки стоят возле босса там. Плюс в квадрат, минус в 200. Все готовы по отчету, когда прикурите 300 тысяч на сталактите. Слева чуть-чуть стопните. Автоатакой там побейте. 150, у нас 250. Все, добиваю. Перепрыгните только. Бигбол вылетел. Немножко дальше меток. Смотрим свои дебафы. Давайте геру. Три дебила, блядь. Дальше от босса, метки слишком близко друг к другу стоят. Дальше от меток, за метками нахуй. Все зависли или только я? Нет. Ебать, это плохо.
украинцы нахуй кинул. Не, я хуеваю, просто, блядь, тупые какие-то, нахуй. Вот нахуя вы умираете? Картуз, блядь. Блять, мы же сразу к выходу пойдем. Берсабль. Конечно, не успеваю уж. Сколько до Берса? По-моему, там 6 или 8, блядь. Ну или это с пула эти мобы как помирают, вот Берса. Уже Берса. Пацаны, я купаться. Из-под ног просто отойдем, быстрее убьет, шаром будет кидать.
Так, теперь называйте мне, значит, по памяти. Берет Таро. Бля, Войт, замени меня, короче. Чё так? Ну, так. Ты чё, бля, ебанулся? В смысле заменить? Ну, заменил. Дальше, значит, Артизи и Силероу. Кто еще, напоминайте? Идиот и кто еще? Шестой еще кто-то был. Плен, да? И кто еще был? И Харсус точно. В смысле замени? По какой причине? Что у вас? Ну и что? И что, ты типа час не просидишь еще? Давай это, блядь, я, конечно, блядь, рад очень за тебя, женёк, типа ты десятку даёшь, мы сейчас просто пососём здесь, ещё раз эти люди упадут, мы просто пососём, сразу падайте, я распускаю рейд, будете сами это и вести дальше, и идти дальше, вот Силероу, ты в дисе? Блядь, дебил какой-то. Он даже не в игре. Мама кушать позвала. Кретин какой-то, блядь. Да не, Слав, меня мама кушать позвала. Да я понимаю, блядь. Это... второй статик, короче, в среду все могут же пойти на десятку? Кто не может? Суббота, вторник, чё, блядь, суббота, понедельник. Да потому что пиздец, короче, в воскресенье типа Гавай не может. В понедельник, блядь, я не могу, а он в среду только может. Да, я в среду могу вроде, но... Или нет, но... Да? Тогда или нет? Вроде. Пук, ты можешь? В среду. А, ну среда так среда. Понятно. Так, а ты дед, шаман. Как тебе в среда? Давай одно с условием. Короче, он услышал ник шамана, а у шамана ник Ро. Он подумал Ро или внул спати. Силероу, не делай так. Плюс 0 с Ароном? Зачем тебе плюс 0? Этот. Женёк офнулся нахуй. Значит, без ЕП. Еще там есть кто? Посмотрим. Нам надо долголом объяснить, что. Дамажить есть еще кто в гильдии? Да пусть какой-то медведя спрятнется, я ДПС дам. Давай этот космополит, что-то я хуй знает насчет Силероу. Давай ты, надеюсь, ты не сдохнешь. Ты спекайся, а Телдрин пускай та этот дамажит нахуй. Блять. А Миша, ты не написал? Миша. Подожди, я вообще не понимаю. Вот в танке был Телдрин и почему-то Силероу в танке тоже был. А нахуя он был в танке, если Телдрин был в танке? Мобов-то два. Ну так мораль же был в танке, ёбаный в рот. Пиздец. Я вообще не знаю, как Миша. Это комментировать, блять. Миша, ты здесь? Ты в среду можешь? Ну все, отлично. Давайте тогда я поставлю сразу же на среду события. Это чё, вагон вы бьёте? Ну, блядь, хотели. Не, ну пойдём предострать.
Кто, кстати, знает, когда срез пропал? Трубы у него там сломались, что-то с сантехникой чинили. Этот космополит, селерок больше тебя отдаст в коте или меньше? Да, наверное, не вешай. Меньше. В принципе. Тогда селерок в мишку, танчишь с моралью, Телдрин и космополит в ДД. Будьте. Вот, кружок, звездочка, танчите. Селероу начинаешь слева, мораль начинаешь справа. Ну, РДД, милики также. Арпус сейчас перекину. Прижит на баф. И лобу. Суммоните там, если вы уже в комнате. А, я там, короче, мне все пришли. Киньте шкаф. Плюшините, кто там добегает. Это заклинание еще не готово. Так, я создал вроде второй статик, посмотрите, не знаю, получилось. Получилось, Санька, все ништяк. Харпус. Покинь тело. Тыкайте на сулон. Она не ставит 13-0, короче, я хочу. Обновите мозбафы, дайте. О, все. Все, все сделал вроде. Так, как и в прошлый раз. Милики направо, ДД налево, Владимир Схао налево и налево Силероу, мораль направо. Так. Прочёты пуляем. Ой, не знаю. Прокает, да уж. Чё за хуйня? Блядь, не объясните. Вот. Что у вас там произошло? Это, отходите от мобов, вздыхайте, к шкафу подходите. Чё это за залупа? Слайк, ну мы ДПСили. Чё это за хуйня? Мораль стойку не сменим? Или что? Или... Медведь? А, это медведь. Я охуеваю просто. Мы, короче, ДПСили. Я копии дал, Аверн не дал. И все, и пизда, нахуй. Я в стелс ушел, Аверн умер. Ну, блядь. Тут как бы либо вы тупые, либо медведь, либо вы все тупые вместе с медведем. Просто тупые наглухо. Как ну, походу, мы все с медведем. Да. Вот как это понять? У вас что? Ни понимания, нихуя нету. Нахуя вы, ну... Вы просто как это, тыкаете 1, 2, 3 и все, да? Вот почему, блядь? Медведь агро не набирает, нихуя, вы решили сдохнуть все. 7 человек сдохло, 0 эмоций, нахуй. Никто не говорит. Смотрю, босс что-то кричит, там, мычит, нахуй. Ебать. Веселые вы ребята, нахуй. Вам нравится так играть, блядь? Вот мне скажите. Вам нравится, когда вам говорят, что вы тупые, нахуй? Вы подумайте, блядь, разок на досуге. И что для делать надо, чтобы вас, блядь, так не обзывали? Или что с вами надо делать, нахуй? Пряник вам давать, блядь? Че творится, да?
Сань, ну ты, конечно, извини, но мы с Кирюхой ходим, у нас иммунитет на всю эту хуйню. Да мне как бы похуй на иммунитет, нахуй. Но если вам это нравится, сейчас последний трай, и просто мы будем расходиться. Накс это нахуй никому не нужен. В Ульде у вас Ульда вон в субботу будет. Если вы хуйню делаете. У вас танчит медведь, на пула нету нихуя. Вы решили сдохнуть. Один сдох, ладно, хуй с ним. Сдохли 8 человек. Или там медведь долбоёб? Не, медведь топчик, мне нравится. Да, мне тоже, блядь. Давай посмотрим, чем он бьёт. Трёпка, увечья 9 штук. Волшебный огонь. Где растерзать, медведь? Где у тебя растерзать? Трёпку кинул, пока... увечья кинул, пока она в КД увечья. Хуяришь растерзать. Оно, когда висит кровотечение, у тебя увеличивается урон от трёпки. Селерова, блядь. Ты вкачал медведя просто так, что ли, или что? Я вообще в охуе. Рога в офницах, блять. Хант, пойдешь на ту сторону, на медведя напулишь. Да, берсерка увечья. Ставьте шкаф, этот док, ставь шкаф. Селеров, ты тут? Ты что-то понимаешь вообще в санкховании? Или ты просто так спек сделал, в РЛК ходить? Прием. Давай, вот без этой хуйни сейчас нажмешь с пула берсерк, тыкаешь, пока берсерк висит увечья без КД, растерзать полезешь. И хуяр, и хуяр. Джеймс, дайте. Сейчас позабуду. Ну, сумоните. Вара. Твоя ротация, значит, увечья, потом три тычки. У них может быть растерзать огонек. И потом повторяется увечья. Потом опять три тычки. Если улучшенное увечья вкачаешь, то больше огром будет. Увечья, две тычки увечья. В двери стоит. Чинитесь. Кто метки так ставил, блядь, близко что-то поставили? Когда будете стоять на боссе, дальше за метками держитесь. Если у вас красный заряд, а вы стоите в синей метке, или с человеком, который с синим зарядом, то вы сдохнете. Сейчас кто сдыхает, 200 ГП нахуй. Так. По отсчету. Дайте ему время, медведи.
Никто не должен сдохнуть сейчас, имейте в виду. Мрать, да уйти пораньше. Давайте бегать. Космополит, блять. Дракона выйди, лезни его, и этой встанешь, когда скажем. Хорошо. Не вставай сейчас. Сейчас вставай. Смотри, дебаф на тебя повешает, в ту сторону побежишь, где дебаф. Не проебись больше. Жди дебаф. Ты не с той меткой, блядь, побежал. Короче, сейчас я линканот чего сдох. Да, нахуй. Заебашило. Побежал с плюса в минусы, походу. Опять, говорит, сдох. Космополит, на край выйди, резни верно. Наверх знаешь, когда вставать. Космополит резал, нет?
Идите минусы к плюсам, не идите минусы к плюсам, не идите. Плюсы в портал. Получше, Стас. Чистите пока канобу. Женек, сука, ливер, блять. А за что ты получил КПХ-рку? Почему ты весь не медаш? Ладно, похуй. Ну, наверное, потому что один на пул всего. И по тебе надо Док. Было сальву лить палом. Док, нихуя, тебе надо это, блядь, хуйня. 13-я, у тебя 26-й. Там. Ну я вообще его не видел. В агроле стоял. Может, наверное, копии были. Там скрызы видел только после себя, только локов. Но не мог никак сорвать агро. Здесь сразу что в начале, когда я под лужей уже стоял босс. И то непонятно как. Может, он вообще не отогрузил. Вылону бы уже, надеюсь. Мы его уже убили. Смотрите. Алло, почему никто не бьет трэш? Пару человек только бьют. Блин, Андрюха, как? А Хартус, это вообще кто это? ПВПшер же какой-то? Да черт его знает. Как-то пару раз ходил, повайпал нас и это. Я и смотрю, лохнулся. Тоже хуй с горы, блять, какой-то. Зашел в рейд, два раза сдох. И пишет, нахуя мне ГП дали. ПВПшер ебучий, блять. Ну, я его не буду кикать с гильдии, пускай там сами решат. Хуёвый рейдер, это не рейдер, а кусок говна, блядь. Бля, Слайк, а ты из тех людей, которые любят кикать из гильдии, да? Не, ну, блядь, вот этих, нахуй, я не знаю, они в рейде офнули, Сардина, вот это, Сардина, блядь. Блядь, кого-то Северу. Ты мне напоминаешь, а? Да, Мисс?
А? Кого? Да, Ладомир знает нам. Этого вашего, кто там был, когда я вступил? Как его зовут-то? Кто? Забыл. Ник его ж ник. Не! Который гильдию разводил? Не. А кто? Да, неважного. Точно, фанай нахуй. Такой тип, блядь. Это же он любил кикать. А ему вообще похер было. Ну ты видел, он любил, блядь, наоборот, набирать там ребят, которые вайпают. Люди 100 кп получили, офнулись. Сори, уходить надо, хоть и ненадолго, но все же надо. Спасы, что взяли, если разочаровали, и извини. Блядь. Вот этого пацана я точно кикать не буду, хоть что-то написал, а те вообще в тихую ушли, блядь. Это плен, короче, написал, говорит, сори, уходить надо, блядь. Хоть как-то объяснил, блядь. А те думают, да нахуй надо, я лучше окнусь, альт F4 и все. Пускай, блядь, с пугами ходят в следующий раз. Они там нихуя все равно же не знают, блядь, придут с пугами, им так же, блядь, их кикнут нахуй. Короче, босс где стоит, там пускай танчится, и вот сюда будем отбегать. Вот сюда, треугольник все. Частица и достается, Ладомир там захилит этого, мораль-то. И кто сейчас второй там, Селеров? Будешь этих жуков держать. Ну и давайте, поехали. Кому дали ГП? Волшебника? Ну кто сдох, все. Так волшебника, блядь, на грустору. На поле ведь надо, блядь. Сними ему только. Сами потом разбирайтесь, это. Мне вообще похуй на эту систему, блядь. Тогда, ну, типа, один сдох, ему не надо, кстати, а другому надо. Как вы это объясните? Но если ты сдох, блядь, от того, что ты, блядь, кончил рот и не знаешь тактику, или бы ты сдох, потому что, блядь, ты ебашишь нахуй ДПС, блядь, а люди просто не могут напулить, блядь, и я говорю, бежать. Да какой там напул? Хан, что там напулит? 3 секунды. Нихуя не напулит, одну автоатаку даст. Блядь, я уверен, что он хуй напулил весь бой, ну. Он с пола напулил, блядь, и даже стоит, блядь, дрочит автоатаку без боя. Там бы это ничего бы не порешало. Я не знаю, ну, как он сдох, ДКшник танчит. Как морально танчил так, чтобы сорвал маг. Ну я его не видел в этот омане. Мне, короче, похуй. А ты с напула, ну, точнее, значит, при активации босса там его начал бить. Делайте, что хотите. Да, верно, ты когда там умер? Отбегайте из-под босса. В максимальном рейнже его можно бить, вот я бью. Просто так не надо скидывать. Мораль, можешь к нам его лицом повернуть, чтобы тебя хилы доставали проще. Да, хилят. Все, вроде кончилось, бейте. Ну без понятия, у меня в Омане только локи после меня были, все. Я не знаю, что это было. Я там не видел. Я знаю, что если копии прожимаешь, там серый становишься. И потом можно это сорвать, когда выходит, когда копии исчезают. Значит, у тебя таунт на панели появился, блядь. Значит, ты таунт ебанул.
блядь, не появляется. Блять, люди пришли реально нахуй, поуфались. Вот этот, кто с Ордина, этот, блядь, Женек нахуй, увидел два вайпа нахуй, я пойду да мне на работу, блядь. А мы ебемся нахуй в минус 3, блядь. Охуеть. Кого из этих людей потом увидишь в ульде, блядь? Ходил. Что-то в глаз попало. ДПС. Ваши дряхлые жизни, ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина – величайшая доблесть. А чё, типа, писал кому говорит, он будет завтра? Ну, он мне просто написал, типа, что у него в воскресенье годовщина свадьбы, и что он может что-то пойти не по плану. Короче, это самое, если чё, типа, тогда этот... Слава тогда проэлишь, а мы тебе Славу поможем. Да там у босса, да? Кстати, шоу. А? Игрой, если Гавайи завтра не будет, короче, тогда уйдут проэлишь, а мы тебе с Тимбау поможем. Я завтра на сутках. Это... по суманите я хуй знает. Я отходил умыться. Что-то в глаз попало, стересится, блядь. Мне в глаз уже попали, блядь, рейлы. Вообще похуй. Я сейчас пишу Гавайи, что типа если он завтра не придет, то это пиздец будет. Да чё пиздец? Надо было четверг идти. Кто будет вести? Вторник, среда еще есть, этот, блядь. Вся неделя еще впереди. Это... Мораль на боссе. Остальные два моба
эти, которые чаржатся, вот эти последователи, держишь медведь. Вот этот кружок, ромбик, блять, который без меток я буду контроль давать. Вот, и тоже мораль-то уйти, там сало кидайте, затычки и в огне не стойте. Ну и по хилу тут сложно будет очень. Имейте в виду, шаманы, ставьте тотем. Иди пуляй. Теперь сам себе шуй. Ты хиль, тут это нужно сильно. Видишь, какое очко уже. Да какого хуя он скидывается? Я хуеваю, блять. Пиздец, бля, я любую нахуй. Вообще в ахуе, блядь, как так? Оно всегда так спадало? Последние прыжинки на него. Давайте там зубы, капли. Телдрин, каплю заебаш. Вот, он там рядом где-то на 30% от меня отставал и все. Да он не должен вообще никак срывать. Там и у тебя увеличивается под плюсами и минусами. И у него там никак вообще нельзя обогнать. Ну, блядь, ДКшника, это стопудово никак не обогнать. Даже на ёбаном Везексе. Это хуйня без метасоки, ты нахуя тебе нужно, блять? Ну, наверное, потому что, блядь, синяя голова без сокет. Ладно, бесплатно. Так. Тут, короче, вар. Идиот пруф нажимает, я пидор, кнопку. Ну, у тебя кольца получше вроде.
Бары все такие, блин. Сказал, да, блядь. Сделаешь такую кнопку, блядь, сразу соблазн появляется, да? Какие-то бичи звонят. А, здравствуйте, говорит, я Алиса. Сразу трубку повешал. Это же на отрезать, что-то? Не, я хуй знаю. Нет. Не воровать, если. Мне кажется, там что-то по поводу кредита, блядь. Я просто слушать не стал. Думаю, ну нахуй. Еще, блядь, 1 000 000 дадут в кредит, блядь. Да. Такая навязчивость, блядь. Это, знаешь, это то же самое, что вот навязываешь челикам пойти в рейд, которые не хотят. Вот Женек не хочет в НАКС идти, а ты ему говоришь, блядь, здравствуйте, нахуй, я Войд, блядь. Пойдем в НАКС, нахуй. Он тут жалевает, блядь. Вот то же самое, блядь. Вот что значит навязчивость. Вот ДКшник отошел, блядь. Тоже, видать, ГП получил, думает, нахуй я буду, блядь, бить трэш, нахуй, нахуй это нахуй. Он на кухне, на кухне, по работе отошел. Угу. Тоже так могу написать, блядь. Хули, какой уже год, нахуй, играем? Мы уже знаем все, всю эту хуйню там. Комар в глаз попал, там, блядь, дверь надо открыть, у нас челик на синдре, блядь, подходим, мне дверь надо открыть, нахуй, через 1.5 часа подходит, Лича уже убили, Халиона убили, блядь, подходит, нахуй, ну чё, Ваня, дверь открыл, да, блядь, хули, пошёл, блядь, пирог с духовки по пути достал, блядь, пошёл в теплицу помидоры проверил, блядь, полил. Десятка чела взяли, вары, вот, такой, бля, мне нужно вино найти, короче. Вино найти надо, короче, пропал все. Вернитесь, жуки тут внизу. Куда вы? Я понял вас. Да, да, Антоха. Именно спулить, сварить и потом свалить, типа, ой, это не я. Они не видели, типа, они от первого лица играют, знаешь, это когда камеру приближаешь, блядь, попробуйте от первого лица поиграть. Так же будете нихуя не видеть. Я как-то попробовал, блядь, поржался, пиздец. Даже вообще нихуя не видно, только ваши лица видно, блядь. Транспуты ваши, блядь. А я от какого лица играю? Ты от 4-го, блядь. Да не, нахуй, у меня сосед играет, сидит. 5-я, нахуй. Вот соседями управляешь. Я вообще кнопки не тыкаю, нахуй, я вообще фильм смотрю. Это, Беретта, знаешь, да, устранение яда, эту хуйню, перед станом. Есть тайминги ДБМа, Беретта? Или ха, у тебя есть тоже, да, снятие яда, или нету, блядь? Нету. Да нет. Короче, Беретта, ты тут прием? Беретта. Давай, шаму закинь. А там, блядь, есть ро шам. Звезда меня. А, блять, к танку, сука, точно. Сейчас мы ебанем вот так. Ну, я поставил только... там деда пахнущего. Дед, поставишь? Только... Диспел? Только вы ближе к танку ставьте тотем, оно. Поставишь дед, да? Вот, хау и все, и блять, можно. Гуляй. Надо было в четверг уйду идти. Так не было в четверг этого. Там никого не было. РТ никто не стал. Нихуя не было. Антона не было. У Антона, блядь. Кирилл. Два кокона, бля. О, ДК. Здорово.
Короче, посмотрел я сериал «Константин». И как тебе? Ну, неплохо. А я сейчас подписываю Лоис. Мы всем рейдам рады, что тебе понравилось. Кто-кто и Лоис? Супермен и Лоис. Это что, старый такой? Не-не, это вот только вышел. Нихуя. А когда вышел, сколько там серий? Бля, и вот эти сериалы, которые вот эти клепают, типа Флэш, Стрела, там, блядь, как она еще там, Легенды завтрашнего дня, такой мусор ебаный, это просто пиздец. Говнище, да? Не кто их смотрит вообще, я не понимаю, нахуй. Не а, ты ж по аниме, да, Саня? Хуяли. Коконы хуяли. Это же просто пизда. Бля, ну ладно, Флэш еще типа первый, ну, первый там пару сезонов куда не шел, но это я остальные по серии глянул и чуть не глянул, короче. Это чисто по Порнхабу. А, блядь, спалил его, замолчал, ну, Константин, а? Константин не счет. Ко мне? Да и че похуй. Это, перед станом, пожалуйста, берета накидывает 3 стака жизни цвета на... Блять, не интересно это все. На этого, на морали. Чтоб похил шел. И устранение яд. Давайте Геру. Мне сдать сейчас зубы по нему. Давай. Успел? Конечно. Прожимки какие-то есть еще, Мара? 15 секунд. 10. А какая? Кровь? Ну, не жидко. Ага, ну как открыть? Ну... Там под стан. В принципе, добили. Мои пацаны, там коконы страдают, нахуй. Коконы. ГПРЛ нахуй, ему похуй вообще, блядь. Там 100 тысяч босс вообще похуй. Все, Сапфирон, Кель. У кого спеки хилов еще есть в рейде? Вообще, просто. А если, допустим, тебе шмотка не нужна, да, короче, ну, то есть никому в рейде не нужна, и ты жмешь я пидор, ее могут отдать бесплатно? Через постель. Я так и знаю, что она здесь не зря, эта кнопка. Блядь, Саня, что ты так орёшь нахрен? Я нас напугался, блядь. Ты хотел сказать, что обосрался? Ну да, есть такое, блядь. Так, еще одна нахила. Дай бесплатно. А тест идёшь, что ли? Я не знаю, как она как там работает? Она ходку вешает от прямого заклинания? Ну я посмотрю, короче, сколько она мне нахилит. За бой. Да, нажал, прикинь, да. Так что, ребята, работают, если это у кого там еще есть хилы, блядь? Я потому что хуй знает, если я спекнусь даже, как мы будем хилить. Этот... Дед, у тебя есть Ршам? Нету. Бля, да тут Саня в соло захилит, топчик на ух. Ну, ну давай попробуем, типа, я хуй знаю. О, нихуя себе. Еще пойду, Саня, спасибо. С умонем людей. Ладно, буду шипать. Это фейк, ебать. Понял. Не победишь. Так, давай, а теперь я, давай, Телвин. Кто кого? Дайте шкаф. А, у тебя тоже звание есть. А Миша вроде может давать ГП, нах. Да, да.
А, не на этот Егор может. В смысле, ты еще дом тебе дал, журнал посмотри. Все готовы, морали дикие. Если не захилить, я хуй знает, наверное, придется спекаться. Так что потейте изо всех сил. Давай набегать и будет захилить. И Инер будет не сдавать. Слайк, я и так потею, как потная сучка сижу. Как знойная потная сучка. Ну, Сашка, красавчик, блядь. Мы в 3 холи приста не захилили робот. А, в 2 холи приста и вершам. Робота хэм не захилили. Ля, ты мог бы с медведем в форму кошки прыгнуть и больше ДПС хоть отдал бы. Прячьтесь. Бля, чё только FPS, пиздец, нахуй. 8 кадров в секунду, ребят. 41. Дрейте, нрейте, давайте, кидайте по хилам. А чё, это скачивание качано. Порнухи, оно влияет, да? Блять, надо стопнуть нахуй. Ну, пацаны, как бы поймите, нахуй, я такие фильмы смотрю, у меня правая рука занята другим совсем, ну. Шаман, есть на тайм? Монотайт есть, шаман? Плюс-минус. Короче, давай, я гейм сейчас сдаю. Так, на тайм. Ебать, жена домой приперлась, разносит нахуй детей просто, ну. Ты уже берегись там, блядь. Да я очкую, блядь, порнуху надо закрывать всю, ну. Блядь, шаман, нихуя. Пук дракона, реснешь, ресайро, сейчас. Валка на келе может пригодиться. Быстрее резнули, нет, вы чё там? Блять, друидушки, друидушки.
Ебать там на дога нахуй птица, смотри, голуби просто льют. Сашка, подфиг меня, дружище, Сашка. Сашка, себя, Сашка. Слышите, мы ключ как по ГП отдавали или как? Или паролу как? Вроде нам, не помню уже. Парол? Кисти рук на диване. Ой, блядь. Так парол или по ГП нахуй, или как, блядь? Сколько он стоит? Тут на нем не на... А. 99 выплат. Я сколько помню, переключи себе в Астраган, а потом просто шли туда. Так. Восьминожка. Блять, золото это, конечно. Что-то мне кажется, что твоя шмотка получше. Не, ты боёшка. Плечи. Коста. Хпал. У нас их хпал тут. А, еще одна. Такое говно здесь шмот, конечно, пиздец. Бисовый. Да просто что статы говёные какие-то, ни хосты, блядь, нихуя. Надо подождать. Тринка на хилево 14 тысяч. Очень полезная. Очень. Сколько? 14 тысяч. Можно. Око пойдем потом. А, верно. Все готовы, заходим в круг. Ну. Алло. Воин, света. Бежит, глупый, бежит. Честно, голчик взял. Бля, колдую меч крысо, если чё. Давайте чё, кель 12 часов, да? Жир бежит слева. Говорите, эти бабы где летят? Вот на 2 часа. Что, я опять завис? Кто? Ёбаный Сирус, пацаны, ненавижу его. Ачивка?
Глянь по рекламу, кто там туда влез? Или под, ну, под может этот? Как ты посмотришь, что за рекламу? Ну, типа, может, кто-то там цепной молнию выпил какой-то овьяшкой. По маленьким домах ли ходить? Почему вообще нас не бил? По маленьким скелетам дамаг. Дайте эту точность. По маленьким скелетам сейчас? Это что, он солдат длинных лучших, да? Солдат, да. Ну, типа, вот, а... Не знаю, что, что он тебе даст. Я так понял, короче, типа, Монспид кинул туда этот, у них, как они называются. Короче, это этот Сагрин, да, столовка. Нахуя? Что, Саша, блядь? Ты бы, наверное, туда кинул возгорание, или как называется, которое там переносится, ебать. Куда, ну, нахуй? Ваш... Ну, на мобов. Бомбу, я выкинул, за... ты шо, попал? Зачем ты бомбу нажал? А. Я сейчас посмотрю. Я говорю, я меня выкинуло, но я за инстом стою. Не, это понятно, что тебя выкинуло. Но ты, получается, бомбу нажал и потом решил сказать, что тебя выкинуло, да? Да, конечно, блядь. Ну, ты нажал бомбу? Вот я могу экономить твой, типа, урон. Ну. Ну, мобов. Ну, линкую, что бомб... там? Да хули линковать, нахуя ты бомбу-то нажимал? Ты куда, можешь... блядь? Что куда, блядь? Тебе весело? По мобам, которые на нас бегут. Пиздец. Так она же перекидывается, нет, бомба? Нет. Чё хуйню нести-то сидеть? Ладно, забили. А вы нахуй, пока вы убьете моба, блядь, она взорваться не успевает, как правило. Чел, кого есть свои пэты? Может быть, это звездопад? У кого пэты, сразу их нажмите пассивно, чтобы они возле вас бегали и все. Я сейчас ко всем доебусь. Это звездопад был, совы. Ну, если в центре стоять, он как бы не достает до комнаты. Да, да, дальше. И... О, кстати, я могу еще пощекать, потому что Лепет реально спит сыграл. Там-то. А я не пощеку наверняка. Не, Хару Лепет не бил, по нулям урона у него. Ну что, умер или что ли? Так проснулся, что ли? Блять, я говорю, я вылетевший был. Так нахуй мы там вычисляем, блять, урона, если, блять. Если мы бы не умерли. Шаман готов, Малак. А, вот, слышишь, у осьминожки 5 огненная стрела, 6 тысяч. А, как он? Получается, вычислили? Заходите.
А что за хуйня, блять, ребят? Дышком. А, это у всех уже ёбано в рот. Я думал, опять у меня тут хуйня какая-то происходит. В игру войдете, главное, не шевелитесь, вдруг нахуй на круге будем стоять. Блять, сраный сервер, ребят. Две решетки. Ну, с двух решеток мобов забираешь.